ворот у нас сегодня. Ремонт сделали. Вот такие вот. Ворота типа были вот такие. Видите, какие построения, петли, зазоры. Вот так вот. Видите, какие пальцы туда, рука залазит. Теперь коротко про них. Зазоров нет, петли новые, как положено. Все плотно. Вот такие нюансы. Здесь, видите, тоже все плотно, дополнительная полоса. Здесь все плотно. Замок, сейчас расскажу, петли все культурные на подшипниках. Здесь все ровненько, все внизу плотненько. Задача какая еще была? Ремонт полностью менялись. И тут практически задевал при открывании ворот. Мы еще подняли, видите, сюда раму положили. Видите? То есть функция была, задача, ворот поднять. Поднять ворота. И заменить, потому что у него вообще не открывались. Поменяли мы полностью петли, полностью листы, листы и стройки. Вот, видите, провар здесь пошел. Одна была ворота готовая. Вы потом можете увидеть у меня, как я ее сам уварил, вот эту воротину. А это уже результат. То есть можно везде зазоры. Нигде никаких зазоров нету. Ни здесь, ни там. Вот ворота, можете посмотреть. Вот видите, что здесь зазоры. Видите, как бывают ворота. Видите, какие. Видите, какие. Здесь ничего такого нет. Вот. Ну и те вообще можно тоже посмотреть. Ворота сравнить с этим, то, что мы сделали. Дальше. Какие нюансы? Это дополнительно под навесной замок. Такие замки сейчас ставим. 4 оборота. Увидите, как я его делал. Все. Калиточка тоже сделана. Туда ныряем. Показываем петли. Вот так. Хоп. Штырь открылась. И вторая. Все. Вот сами каркасины, рама. Ну а как делать? Калитка. Так же все, как и ворот. Все вот так легко, легонько раз. Как игрушечная. Ну все, добились мы. Не убрали все зазоры. Ворот открывается, как положено. То есть ворот открывается легко, просто как игрушечная. Вот ворота, видите, диагональ у них 7 сантиметров, херовая, короче, одна диагональ больше другой. Какого плана ворота? Вот такого плана ворота, вот такие зазоры, сама рама пропеллером, кто понимает, вот видите, зазор вверху, тут же я, конечно, ворот не снял, зря вот это. Сами ворота, вот они. Они падают у них постоянно. Вот тут уже уголки они срезали. Мы, короче, полностью ворота меняем. Они их уже подымали там, подкладывали. Так что делаем ремонт. Какие советы? Еще проблемы мы нашли в том, что у них даже вот тут вот это типа, это металлическая херня, вот это. И это металлическая, типа швеллера. Вот тут проварили, ну сами видите, тут. Вот тут мы варили, новой еще не было. Она у них каждый раз гнула. Они пытались вот тут даже усиливать, да, но тут у них по ходу ворота самые тяжелые и, как сказать, и у них постоянно, да, видите, тут все. Вот вам специально покажу вид воротину, рекомендации. Поскольку сама рама вся кривая, я ее варил по месту. Нужно было сделать сегодня, допустим, за один день. Если делать все по месту, там 2-3 дня, ну, ворот тут я никто не закрывать не будет, это дороже. Она говорит, делайте, как вы считаете нужным, ну там, чтобы цена была нормальная. Вот. Пришлось варить ровно, в гараже потом увидите. Но здесь по месту мы поднимали уже саму воротину. Видите, там 2,5 сантиметра поднято, да? Вот труба специально подкладывается, а здесь 4. Вот это сюда подкладывалось. Понимаете, мы ее взяли и захерачили. Немножко видно отсюда улицу, для этого можно пластинами закидывать. Но мы не будем рам переделывать. Если варить по месту, если кто-то начнет умничать, да, этого не было. Там лист можно по-другому порезать, там туда больше, туда меньше. Вот, варилось все ровно, все качественно, все плотно и быстро. Поэтому это оптимальный вариант. Оптимальный. Зазор можно всегда взять. Ну вот, рам тоже можно было ближе, но я не хотел. Вдруг
она может быть задеть. Ничего страшного, что тут, скажем, побольше. Здесь тоже, видите, это из-за того, что такая рама, и мы одну воротину подняли. Тут улицы ничего не видно. Почему еще так у вас может быть? Да потому что, что опять же, в пропеллер сама рама. Вот здесь, посмотрите. У меня, когда она лежала, была ровно. Здесь, видите, тут зазор появляется. Здесь вообще, потому что рама уже на крен дала. Вот так вот. И здесь у них, я говорю, был тоже рама была. Вот такой был, блядь, 2 сантиметра. Тут пальцем, блядь, заходил у них сюда. Здесь, видите, как плотничком. Даже. Потом мы им накинули, вот это подняли. Вот это подняли, потому что вот это, видите, задевали у них ворот уже вот этот цемент. Да, еще вам одну сейчас скажу, так сказать, хитрость для сварщиков. Когда варится ворота, вот я говорю, мы на прихватках тут, не ворота, а петли, тут и несколько сделали прихваток, в том числе вот тут, наверху была прихватка. Для того, чтобы когда варить петли, может потянуть, натянуть ворот. Ну, и потом, поэтому прихватили ровно и варили петли. Немножко они сейчас остыли, я вот тут срезал. Вот, все, на вид, все опять. Хорошо, посмотрите. И как игрушечно беру, так рукой, блядь, ветром открывается. Но вы посмотрите, как открываются петли. Сама, сука, автоматом. Вот так вот. Видите? Вот так надо делать. А то у него ворота были, сука. О! А в них ведь там вес, блядь, большой. Это тройка листы. Вот. А те ворота мы еле сюда донесли. Вот вам и разница. Да, невозможно сделать из «Жигулей» «Мерседес». Можно что-то более-менее там и подремонтировать, там как-то модернизировать. Вот мы и сделали. Рама-то, если кривая, я не знаю, увидите вы здесь. Вот, видите, уголок, потому что рама уже вся покосилась. Тут, наверное, не очень видно. Я говорю, ну тут разница 7 сантиметров в диагонали. А вот совет, как изнутри. Видите, у этого мы уже варим по месту раму, видите? Сейчас все дальше рассказываю, вы на улице расскажу. Какие советы, рекомендации. Вот тут у нас зазор, мы как делали, вообще лист вот как вот прихерачить, да, вот это приварить. И все по месту, берем, две ручки у нас было. Видите какие, мы вдвоем, блядь, держали. Там рычагом подымали, регулировали, здесь или там. И вот тут мы, когда, чтобы они были на одном уровне. Это важно. Здесь хватку сделали. И здесь у нас была прихватка. Вон там, видите, на трех прихватках он сейчас в данный момент висит. Потом, когда мы там сделали, начали тут равнять. Пришлось тут срезать, потому что она у нас, сука, ниже опустилась. И мы тут сделали, потом вернулись к ней опять. Вон там угол поднимаем внизу с рычагом. И ручки вот эти. И варили так, что мы вдвоем один держал, один варил, и то прихватили. Здесь у нас, допустим, нахлёст сантиметр. И внизу нахлёст сантиметр. Все заебись. Тут мы уже равняли. А так, конечно, ворот неровный. Но коробка неровная. Все равно мы, видите, подобрались. Дальше. Здесь у нас в результате получился зазор сантиметра около трех. Ну, может, там два. И здесь. Видите? Получился. Мы вставили трубу по ширине и закрывает. И потом еще. Будет уже накидываться полоса. Но будет смотреть видео до конца, увидите. Вот сюда вот такая полоса нахерачивается. Еще дополнительно захерачивается. И вот будет она сюда. Ну вот уже петельки у нас приварены. На что внимание опять обращаем. Вот. Тут равняли, смотреть надо, чтобы было ровно. И вторая петля была симметрична, чтобы легко открывалась. Дальше, ну калитку, я говорю, вы увидите. Потом я делаю в гараже. Потом зачем надо следить? Вот видите, я говорю, зазор мы тут ставим. И здесь видите, что вот это было все плотно. Вот это плотно, видите? Там. Дальше. Вверху видно? Вот. И вот тут, чтобы ничего нигде все было, практически ровно. Вот тут, видите, у нас немножко капустится. Мы сейчас это будем исправлять. Воротин, конечно, неровный. Вот видите, тут отступает. Но здесь иногда бывает, каркас сделал одно, а там крив другое. Но мы будем сейчас немножко подправлять. Вот рама. Сейчас покажем изнутри. 4 прожилин тоже. 1, 2, 3, 4. Видите, варил с двух сторон. Он даже довольно часто наварил. Здесь мы вверху вот такой помощнее решили поставить, покрепче. Ну а штырь тут как легко закрывается. Вот он тут прожгли. Дополнительная планка не только здесь, еще вот это поставили. Но она заодно нам зазор закрыла. Ну вот.
Вопросы какие будут, мы вам ответим. Вот наварили опять, видите, теперь вот такие пластины, а потом начинаем на них варить петельки. Воротина у нас тоже на прихватке. Раз прихватка, два прихватка и так далее, чтобы они плотно прилегали и не потащило при сварке. Потом их срежем, когда уже петли будут наварить. Ключевый момент, чтобы плотно вы заковырять, мы еще дополнительно такую здесь сделали дырку, дополнительно такую сделали. Вдруг она тут чуть-чуть соскочит. Потому что по месту трудности, когда делаешь, то делается больше дырка. Еще дополнительно вот эту поставили. Дальше. Швы часто, каркас плотный. Ну, материал тройка. Здесь в трубе мы дырку прожгли. Видите? Ну, закрывается тоже все легко и просто. Вот взяли. Ну, для меня просто. Женщина поднатянула. Закрывается легко. Просто как игрушечная.